Всем привет, с вами Ирина. Хочу показать вам свой сюрприз, который ждал меня сегодня утром. Почему сюрприз? Потому что буквально еще вчера в обед я просматривала все свои растения. И вот это растение имело еще бутончик. А вот сегодня утром встаю, поливала как раз утром все растения, подхожу, смотрю, и вот сюрприз. С одной стороны, очень хороший сюрприз, очень красивый сюрприз, но единственное, но что мне очень хотелось заснять, как распускается этот бутончик. Но дело в том, что вот он был уже такой вот беленький, сам бутончик, и он очень долго у меня стоял, он стоял где-то 4 или 5 дней, никаких сдвигов не было. Я ставила на таймлапс, но изменений никаких не было. В общем, 3 дня простояла, за 3 дня никаких изменений, ну и, конечно же, я уже камеру сняла, вот, ну и красота раскрылась, видимо, ночью, и не хотела. Это орхидеюшка, видать, чтобы ее снимали, чтобы ее показывали. Но я в любом случае подловлю. Она еще будет цвести, у нас еще будут бутончики. Так что вот такая вот красивенная, просто красивенная. Она такая нежная-нежная. Мне безумно нравятся белые орхидеюшки, они очень красивые, очень-очень. Они отличаются, конечно, от голландских орхидеюшек. Во-первых, самим цветком и форма цветка, размер цветка, они намного меньше, чем голландские, ну, порядка 4-5 сантиметров. Сам цветочек, листики у нас намного тоньше, чем у голландских. И вы видите, какие они блестящие. У меня не один раз спрашивают: Ирина, чем вы протираете листики? Ребят, я ничем не протираю листики. Совершенно, абсолютно, я не пользуюсь никакой химией для блеска листика. Вот такие вот листики у этого растения есть сами по себе. Я ее поливала из душа, просто ставила в плошку и полностью душем поливала по всем растениям. И вот листики как блестели, так и блестят. Так что я абсолютно не пользуюсь никакими там маслами, никакими, ни чем-то там замысловатым, совершенно, абсолютно ничем таким я не пользуюсь. Время от времени вот мою душиком сами листики. Очень красивое растение, я не могу вам передать. Вот это вот нижняя губа, вот у нее такой вот ворс, и вот такая вот она слегка там неоновая и чуть-чуть желтенькая. Очень красивое растение. Мне хочется показать вам ее со всех сторон, возможно, не очень у меня получается просто крутить растение в руке, возможно, оно не очень так ровно, но мне хочется очень завпечатлить вот эту вот красоту на память, потому что когда растение цветет, я тоже смогу открыть видео и посмотреть на вот этот цветочек, какой он был красивый. Я еще обязательно устрою растению этому фотосессию, пусть только выйдет солнышко. У нас немножко пасмурно, дождик моросил, так что я жду солнышка. И когда будет хорошая солнечная погода, обязательно устроим фотосессию. И на солнышке, я думаю, фотографии будут невероятные, просто невероятные. Так что вот такая вот красота и вот такой сюрприз ожидал меня утром. Распустился наш цветочек ночью, и на утро вот такой вот замечательный сюрприз. Ой, спасибо вам всем огромное за внимание. Подписываемся на канал, ставим лайки. И до новых встреч. Пока-пока.